Ограниченное движение транспорта и маршрутки до часу ночи. В субботу, в день проведения матча за Суперкубок Украины по футболу, в центре города будет полностью перекрыта улица Морозлиевская. Даже с именным билетом на матч машины не пустят в парк Шевченко. Только при наличии пропуска в паркинг стадиона «Черноморец». Об этом заявили в ходе встречи руководства футбольной премьер-лиги и мэрии. И департамент транспорта поставлена задача по изменению маршрута движения транспорта, по обеспечению потом, после завершения матча, обеспечения общественного транспорта болельщиков, для того, чтобы достаточно быстро и безболезненно они добрались до своих домов. Это все принято. По наши подразделения здравоохранения также получили соответствующие задачи. То есть все, что нужно было сделать, я считаю, от города, мы делали и готовились. Матч за Суперкубок Украины начнется в субботу в 9 вечера. За трофеи поспорят донецкие «Шахтеры» и киевская «Динамо».